Сегодня утро. Второй наш день здесь. Вчера мы ездили в Памуккале. Сегодня раннее утро. Проснулись. Немножко пасмурно на улице, да? Вот. Это вот территория нашего отеля. Здесь стоянка машин. Там горы. Так, сейчас раннее утро. 8 часов. Мы со своей машинкой, своей командой едем сегодня на озеро Эрдигер. Пока мы отъезжаем от нашего отеля, вот такие есть виды. Все, собираемся, сейчас помчимся. Утро, солнышко встает, да? Здесь вот у нас целое поле оливок. И вот тут даже можно какую-то оливку найти. Смотрите, видите, не собрано. Вот она какая оливочка. А здесь у нас заодно еще взлетают воздушные шары. Сейчас прямо над нами полетят. Сейчас прям над нами идет. Сейчас, наверное, пройдет. Ну что, хорошего скажите? Мы сегодня приехали на чудеснейшее озеро. Не знаю, как зовут его, но он там напишет внизу. Какое классное, какие горы, заснеженные, просто великолепно. А еще есть столько рыбы и великолепные рыбные рестораны. Мы обязательно отведаем его сегодня. Да, тебе нравится здесь? Да. Мы просто счастливы. Остановились на берегу такого озера. Сарачик идем. Называется Мелодия. Сейчас мы сюда зайдем. Ах.
видом на озеро у нас ресторан. Что, нравится здесь? Нормально. Ресторанчик небольшой. Печка топится. Столик. Мы одни вообще в ресторане. Народу никого. Что тебе принесли ночью? Курица. А тебе для чего? Котлеты. Котлетки такие, да? А мне окуня жареного написали. Жареный окунь. Салатик. Ну и как чай обычно. Еще мы сюда едим айран. Пьем. Вот выезжаем в турецкие Мальдивы. Оно огорожено, смотри, вот к этим. Вот они, турецкие Мальдивы. Озеро Сальдо. Какая голубая вода с фиолетовым и синим. Чего только не хватает. Все цвета. Озеро Сальдо. Зимой. Перед Новым годом. На острове Сальдо. Это предновогоднее купание. Вода реально, нереально холодная, но мы должны это сделать, потому что каждый год мы купаемся. Вот. Какая вода. Голубая, голубая вода вообще. Дорога вообще. В снегу каком-то едем. Не скажешь, это турецкие Мальдивы. Аквариум на весь стену здесь у нас. Рыбки плавают. Здесь еще небольшой ресторанчик, правда, сейчас закрыт. Мы в нем первый день ели. Теперь самая главная фишечка этого ресторана. Ой, ресторан отеля, да? Тут и первый бассейн. Но он холодный, да? Холодный бассейн этот. На уличный бассейн. Детский бассейн, он холодный. Здесь, конечно, апельсинчики растут. А вот это самая главная фишечка этого бассейна. Это вот эта термальная ванна. Вода в ней горяченная. Мы вчера вечером ходили, было
39 градусов, но такое ощущение, что она адско горячая, да? Вот такая ванна, пар идет с нее. Сейчас 8 утра, 39 градусов вода. Внутрь можно туда заплыть. У меня где-то видео, я покажу потом по видео. Но там ничего не видно. Вот такая парит, как сауна такая. И вот отличный такой бассейник. Мы вчера плавали в нем. Лебеди все такие красивые. Мед мы каждый день едим здесь вкусный. Здесь можно бутербродики пожарить. Чай есть, можно даже чай пить из воды термальной. Термальная вода даже пить можно из нее. Едем в Фетхие, ближе к морю. Все равно мне тут мобильник не смотрит. Въезжаем в туман. Надо? Туда не надо. Направо надо? Метров назад был адский туман, и вот теперь мы приехали вот так вот. Вообще, солнышко светит, жарище, охренеть. 2 градуса было. Сейчас плюс 10 уже. Да. Спасибо. Смотрите, здесь вообще уже зелень. Только что мы были, там был снег, мороз, а здесь вообще зелень. Всеобщая зелень. Здесь грибы-то тут есть? Вот снег вообще лежит. Дорога, а вот там уже на заднем плане море. Вот мы доехали до моря, осталось немножко километров 20-30, будет Фетхие, совсем близко. Так, друзья, приехали мы в наш отельчик новый на море. Сейчас посмотрим, что у нас тут есть. Так, при входе у нас есть столик замечательный, деревянный, на котором будем кушать. Кухонька со стиральной машинкой, нагревательным элементом, с водой, с кофемашиной, кухонные приборы всякие, да, греется кондиционером, телевизор хороший большой у нас есть, да. Так, дальше мы быстренько зайдем в ванную комнату. Ванная комната небольшая, но цивильно выглядит все, да. Туалетик у нас, раковинца, очень хорошо. Это наша большая комната, где мы с Ленкой спать будем, почувать, да. О, как тепло здесь, хорошо. Да, где будем почевать. Шкафчики наши хорошенькие. Ну, пойдем еще посмотрим балкончик, какой у нас балкончик, да? Что там у нас на балкончике? О, на балкончике у нас ванна джакузи. И мы будем удивить. Ленка уже загорает в ванной джакузи. Может, в ванной смотреться в зеркале. Ну, вид, конечно, здесь не очень, конечно, такой. Из окошка, ну ладно, ничего, пойдет.
самое главное, что мы на море. А вон, кстати, и море даже видно. Вон там немножко, вон оно. Кстати, у нас даже из окна видно море есть. Ну, зашибись, нормально. Вот наш первый обед в Фетхие. Он выдался таким. Мне принесли шашлычок маленький. Веронике принесли макарошки. А Ленке мясные шарики. Кофте называется. Кофте. А мне еще гвеч привезли. Еще. Вот еще нам салатик пришел. Смотри. О, поймала. Смотрите, поймала. Рыбу поймала. Да-да. Вот мы пришли на пляж Чалыш города Фетхие. Небо уже заволокло облаками. Завтра вроде погода должна испортиться. Пойдет дождь. Но нас это не... Прогулочные лодочки стоят. Ждут лета. Мы зашли в Мигрос. Посмотреть, что здесь продается. Гранаты. 8 лир. 8 лир. Айва. 29 лир. Хурма. 14 лир. А манго. 18. Авокадо. 8. Апельсинчики. 6 лир. Груши 15. Грейпфрукты. А, что такое? Грейпфрукты 5 лир. Яблоки 7 лир. 9-8 лир. Апельсины 6 лир. Ну что, у нас же скоро Новый год. Вот купили мы Мигрос елку за 300 рублей. Ну вот она немножко такая ломается постоянно, но ничего, нам нормально. Сейчас сварганим, украсим, будет у нас новогодняя елочка. Зачем ты так заделываешь-то? Не знаю. Так у нас получилась елочка. Даже подарочек есть. Ну, так вот. Праздничное новогоднее настроение. Утро достало. Мы идем завтракать. У нас везде тут пальмы растут, цветочки, василечки. И мы идем. Галин, что я, оказывается, не любитель высокой кухни. Представляешь? Вот Гугл сказал, что я не любитель. Вот этот вот ресторан называется Kitchen Mansara, является рестораном высокой кухни. Сейчас пойдем сходим. Еще мне нравится, на парковках стоят машины, квадрокоптеры, квадроциклы и лодки. Всякие такие, можно посидеть, попить. Здесь бар, столы такие из древнего дерева сделаны, винчишко можно попить, жареное мясо. А здесь вот необычная высушенная говядина в соли. Какая-то специальная такая. Готовит еду нам. Ну что, вы готовы? Едите. Конечно, едите, мы всегда готовы. Что тебе досталось?
Мне мясо с этими, с яйцами. Какой-нибудь достался, я сама заказала. Угу. Мне оливки и жареное такое мясо кабурма. Ленке еще достались такие роллы с сыром. А Веронике салат с йогуртом. Ну ничего, достаточно вкусно. Кавурма называется. Купить на этот. Помидорчики какие хорошие. 6 лир есть. Айва 5 лир. Да, бабка нас тоже немножко нафучила. О, сколько мандаринов. О, какие хорошие мандарины. Вот смотри, помело, да? Ух ты, сколько фруктов и овощей-то, а? Вот зелень, смотри, сколько зелень вообще. Я вообще в шоке. Я в шоке. Поели, ну что это такое? Ну это для кого вообще это? Картошка вон, 3 кило, 20 лет. Вот мандарин по 4 рубля. 24 рубля. Мандарин 24 рубля. Охренеть. 24-25 апельсин. Гранат он по 6 лир. Смотрите, гранат. 6,6, 36 рублей. А у нас по 160. А сколько это получается? 24 рубля, да? А у нас по 150, да? 150. Прям... 24 рубля, а у нас 150. Сходили мы на рынок, накупили всяких фруктов. Драгон фрукт у нас по 20 лир, это где-то 120 рублей. Клубника тоже 120 рублей, такая упаковочка. Гранаты огромные по 6 лир. 6,6, 36 рублей. Такая малина специальная, не помню название, тоже 60 рублей. 60 рублей финики. И по 4 лиры, это значит 4,24 рубля мандарины. Вот такие дела. Что, вкусно? Да, очень. Тебе, малыш, нравится? Что-то как-то не очень.